В столичном колледже технологии и управления продолжают набирать студентов на бюджет. Приемную кампанию здесь продлили до 21 августа. Дополнительный набор открыли на те специальности, которые особенно востребованы на нашем рынке труда. Увеличилось количество человек на технологию продуктов питания и животного происхождения. Увеличилось количество человек на мехатронику с 7 до 12. Мы добрали порядка 4-5 человек. На каждую, по которым необходимо было. И почтовую связь было 3 человека, стало 7 человек. Но я думаю, что на почтовую связь мы все равно откроем группу, потому что потребность отрасли связи в специалистов по специальности почтовая связь очень большая. А вот на специальность слесаря и мастера по пошиву швейных изделий пока никто не пришел. Если желающих не будет, эти группы в новом учебном году не откроют. Как сказала нам директор колледжа, рабочие профессии школьников мало интересуют. Хотя колледж предлагает очень хорошие условия учебы по дуальной системе. Можно и учиться, и сразу работать. Наши студенты, работая на практике, во-первых, они имеют возможность уже трудоустроиться и получать зарплату. Молодой специалист у нас защищен, трудовым кодексом защищен. Во-первых, с ним заключают трудовой договор без испытательного срока. Во-вторых, в течение 3 лет его не имеют права уволить. Как нам сказали в приемной комиссии, не все школьники успели сориентироваться и вовремя подать документы. Для них доп. Набора – отличная возможность сделать правильный выбор.